Привет, уважаемые зрители и подписчики канала, с вами Энгей, и мы продолжаем проходить BioShock Infinity. Давненько мы в него не играли, и, во-первых, я забросил эту игру на определенный промежуток времени. Сейчас мы продолжаем вспоминать, поэтому не судите меня строго, вот как бы так. Сейчас посмотрим. Ух ты, вот это жара. Так прям сразу же в пекло, да? Вот так вот вам, ребята. Отлично. Такая бойня, кошмар. Отлично. Так, кто по нам там палит? Ну что ж, кажется, со всеми мы разобрались. Сейчас пойдем пособираем все нужные предметы. Вообще вспомним, что здесь нужно нам. Так, отлично. Энергетик. Так, этот автомат, по-моему, он у нас уже был, и мы его брать не будем. Есть. I got it. Я подожду здесь. Так. Ладно, давайте посмотрим, что здесь есть. Кажется, там кто-то бегал. Там кто-то пробежал. Вот черт. Thank you very much. Обожаю эту игру. Я просто ее обожаю. Так, содовая. Для чего она нужна, честно говоря, уже не помню. Наверное, восполняет какие-то силы. Надеюсь, что мы правильно движемся. Мы бежим за каким-то мужичком, который от нас убегает. Ну что ж. Мне уже страшно становится. Отлично. Так, это все? Давайте откроем разрыв. Кто-то говорит. For the same reason Lady Comstock lies buried. Child. And why does he want me to do it? Because only you can make it seem an accident. I don't think that's the real Lady Comstock. I think she's...
think she's a combination of herself and my feelings towards her. What do you mean? I'm just so angry at her and at my father. I think she's her, but she's also partly me. Красивая девушка, правда? Очень даже. I'm not even sure I understand it myself. Итак, у нас есть глоссофон, который мы можем поднять. Нажать J. The Archangel tells me that Columbia will only survive so long as my lines. Жаль, что они не переведены. Yet Lady Comstock produces no child. Это очень огромный минус этой игры. I've asked Lutessa about the matter, but even she refuses to help. Так. Куда же здесь? Не хочет перепрыгивать. Место. Ладно. Сейчас посмотрим, куда же дальше. О, боже мой. Что это такое? С ума сойти. Так огромный какой-то. Огромная такая дверь в банк. Ух, у меня ж мурашки такой же идут. Давай, 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 спасибо! Спасибо! Отлично! Ну что ж... У нас все продолжается. Здесь жара идет, а? Ох ты, черт, а? Готово. Держи. Похоже, какой-то босс. Ну когда ж ты, а? Умолкнешь. Есть. Фух. Так, теперь на задание найти последний разрыв. Ну давайте будем искать. Честно говоря, все так стрёмно. И ужасающе выглядит, но мне это нравится. Так, почему? Это сейф? Ага. Отлично. Она нам открыла. Я уже даже забыл, честно говоря. Так, так-то монетки, монетки, монетки. Мы любим. Монетки. Да, ребят, мы же любим монетки. Любим. Ой, этот пистолет, конечно, очень хороший, но он... Очень мало патронов в нем. Так, все забираем. Аптечку нашли. Груша, не знаю, для чего она нам нужна. Наверное, тоже восполнять. Жизни.
Here's some cash. Отлично. Иногда нам дает денежку, поэтому нельзя от этого отказываться. Сразу нужно. Так, что ж теперь? Продолжаем игру, конечно же. Просто не могу понять, что нам делать. Так, снайперская винтовка, я вижу, да? Даже не знаю, что лучше. Пистолет или снайперская винтовка, и вообще для чего он нам нужен? Вроде бы уже здесь все обыскали. Куда нам идти? Вроде бы правильно идем. Так, снаряжение, особая одежда, дающая уникальные способности. Одновременно можно носить не более... Ага. Так, новый предмет, брюки, хрупкая кожа. Но время делает противников в рукопашном... А время делает противников в рукопашном... 5 секунд, жертва получает в 2 раза больше урона. Ладно, забрали. А потом, может быть, разберемся, поменяем. Сейчас, честно говоря, я не хочу этим заниматься. Просто хочется узнать... Что мы там... Что нам нужно сделать основное? Так. Найдите ключ к шифту. К шари... Что-то я не успел прочитать, честно говоря. Как же мне напоминает Dishonored... Если вы играли в эту игру, наверняка поймете, о чем я говорю. Потому что это потрясающая игра, мне она безумно нравилась и нравится до сих пор. Ну, я ее прошел. Так. Куда ж теперь? Надо найти еще какой-то портал, который был там. Что здесь происходит? Ага. Боже мой, у меня мурашки. У меня мурашки по коже. Так. Не могу я понять, куда теперь. Вроде бы мы как бы здесь не были. Ага, отлично. Ключи. Что моргает? А, еще ключи. Честно говоря, запутался уже. Куда же бежать? Так, мы здесь были. Сумка с деньгами. Отлично. Но куда? Куда дальше? Это секрет. Огромный секрет. Же здесь нажимать, чтобы узнать, куда бежать, вообще правильную цель. Хм. Ага, вот я что-то нащупал. Вот у нас стрелка показывает, да? Вроде бы сюда, да? В лифт, что ли?
Давайте нажмем. Покинем сейчас этот уровень. Просто получается нам только сюда. Больше я не вижу никаких возможностей других. Там уже все обыскали. И что? А, вот. Кажется, сюда. Так, мы вышли опять на открытое пространство. Здесь мы уже были. Черт, нам тут наверх надо. Только как это сделать? О, черт, я поджарился. Нам сюда. Максимум солей больше мы не можем брать. Так, вот похоже, да? Отлично. Пополнили боезапас. Нам нужно наверх. Куда нужно? Стрелка показывает туда. Странно. Ладно, полетели. Так, мы, получается, по кругу движемся, да? Ну, очень странно. Ничего не могу понять. Абсолютно. Куда же нам нужно идти? Теперь. Elizabeth. Sure thing. Так, это мы активировали, получается, воду. Ну, блин. А, вот, да. Наверное, так. Обычные соли. Стрелка показывает вообще туда, куда-то. Но я не могу понять, куда же. Нам нужно двигаться. А, да. Вот смотрите, стрела, да, идет туда, куда-то. Но как туда добраться? Как вообще туда попасть? Ничего не могу понять. Так.
Найдите последний разрыв. Прям загадка какая-то. Ага, вот сюда, да? Давайте найдем последний разрыв. Я думаю, что мы правильно наконец-таки поступили и нашли. Да. Нам сюда. Теперь куда? Прямо. Сколько здесь разветвлений, легко запутаться очень, потому что игра довольно-таки объемная, обширная, очень много всяких локаций. Кажется, бежим правильно, вот нам помогает. Ну что ж, давайте используем шпильку. Нам поможет наша замечательная спутница. Отлично, последний разрыв. Yes, I made an absolute hash of it. One doesn't expect a picture of one's corpse. To come across so lifelessly. Отлично. Так, еще голософон. Я не знаю, будем ли его слушать, потому что, ну, на английском. Будет ли он вам интересен? Если вы будете смотреть, в принципе, эту игру, пишите в комментариях. То, что да, интересно, включай. Тогда включу. А так... я считаю, что это абсолютно бесполезная вещь. Деньги. А, нет, ключи. Ящик с ключами. Так, теперь куда? Обратно показывает нам стрелка. Так. Так, ага, вот там портал. Еще один. Что-то происходит такое непонятное. Вот черт. Так. Отлично. Он поскакал, а? Да, какой же настырный, а? Парень. Живучий гад. Отлично. Ух ты, какие они живучие, оказывается. Так, кажется, все. Вернитесь к воротам. Так, к воротам нужно возвращаться. Только каким к воротам, честно говоря, уже не помню. Ну, сейчас будем возвращаться и увидим. Так. К воротам дома Комстока. Ну, хорошо. Я думаю, сейчас опять на нас тут... нарвутся. Ну, вот это вот, да, ворота. Jess is not my mother. Neither are you. I killed you both.
что происходит? Вот черт! Он их всех оживляет, собака. Отлично. На тебе. Где это? Так вот тебе. Есть. Совершенно не пойму, куда она там полетела. Ага. Совсем чуть осталось. Мы сейчас ее добьем. Да. Мы это сделали. Так что происходит, ребят? Что происходит? Получается, ее покойная мать, как я понимаю, я вспоминаю вообще, что здесь произошло. И так отправлюсь в дом Комстока. Ну, хорошо, мы отправимся, конечно, только в следующей серии. С вами был Никит Коньков, канал NGAY. Подписывайтесь, комментируйте, надеюсь, что вам понравилось. И всем пока-пока.